Праздник детского творчества. На сцене Центр досуга «Строитель» прошел фестиваль «Я люблю этот мир». В нем принимали участие дети в возрасте от 4 до 15 лет. В отборочном туре приняло участие более 200 юных дарований города, продемонстрировав жюри способности и в хореографии, и в вокале, и в разговорном жанре. Гала-концерт собрал полный зал, а фестиваль открыл новые таланты нашего города. В рамках Года культуры на сцене Центра досуга «Строитель» состоялся фестиваль детского творчества «Я люблю этот мир». Более 200 юных участников нашего города продемонстрировали свое мастерство в различных жанрах и направлениях – декоративно-прикладное творчество, изобразительное искусство, вокал, хореография и разговорный жанр. В отборочном туре работало компетентное жюри, специалисты в разных жанрах, которое определило победителей фестиваля. Гала-концерт с награждением участников и победителей фестиваля детского творчества также прошел в зале Центра «Досуга-строитель», который встречал талантливых артистов бурными аплодисментами. Из фестиваля получился добрый праздник детского творчества. Всем участникам и победителям фестиваля были вручены дипломы, сладкие призы, сувениры и сборники стихов миасской поэтессы Елены Раневой. Фестиваль детского творчества «Я люблю этот мир» выявил новые таланты, которые еще блеснут на творческих подмостках нашего города.